Итак, друзья, для вязания этой самой горловины нам с вами понадобится пряжа. Какой вы уже наверняка знаете, это Alize Belle Ombre Batik. Но у меня начатый моточек, потому что я заканчивала непосредственно этот полувер. Этого количества хватит, чтобы я вам показала. Спицы 2,5 мм. Они у меня укороченные на и длиной 40 сантиметров. Вы можете вязать или на укороченных, как у меня, независимо, какие у вас будут, какой фирмы, вообще без разницы, или способом Magic Loop. Ну, я буду вязать на круговых для старта. Также мне понадобятся 4 маркера. Причем один из маркеров я помечаю по-особому, потому что он будет обозначать начало и окончание нашего ряда. Мы же с вами по кругу будем вязать. Можете воспользоваться обычными канцелярскими скрепками, желательно пластиковыми. И, друзья, конечно, наша схема для вязания. Схема основного рисунка. Вот он, наш рисуночек. А также схема вязания по кругу данного вида реглана. Наверняка у вас у всех она уже есть, потому что заранее рассылочку делала, да? Вот такая схема. И мы с вами, друзья, приступаем. Для того, чтобы у нас получился с вами плавный и постепенный переход амбре от светлого к более темному, насыщенному желтому цвету, ну, у меня желтый, возможно, у вас какой-то другой выбранный вами цвет, или же вы просто вяжете из однотонного хлопка. Друзья, мы с вами должны достать ниточку в моточке из центра. Как это делать, показываю вам. Аккуратненько пальчиками вытягиваете середину. Вот, видите? Я вытянула, расправляю и нахожу самое начало. Вот начало моточка из центра. Ничего страшного с мотком происходить не будет. Единственный вам совет, здесь есть этикетка. Вот до конца процесса, до того момента, пока вы не извяжете всю пряжу, этикетку, пожалуйста, не снимайте. Она будет фиксировать моток и не будет давать ему возможности спутаться между собой. Это такой вам лайфхак полезный. Что, друзья, что делаем дальше? А дальше мы с вами должны набрать на спицы, на наши 2,5 укороченные, 120 петель согласно нашего описания. Мы с вами набираем классическим способом. Небольшое количество нитки с вами захватываем. И я вот так набираю. Причем первых две мы с вами считаем за одну. Зачем, покажу дальше. И так вот спокойненько набираем 120 петель. Ну, давайте, чтобы мы время не теряли ни ваше, ни мое, сделаем набор тех самых петель самостоятельно. Итак, все петли набраны, я убрала в сторону наш полувер, нашу форзицию, чтобы не мешало и не отвлекало. Что делаем дальше? Аккуратненько расправляем с вами петли по леске и спицам. Смотрим, чтобы все они были ровненькие. Если же вы вяжете способом Magic Loop, вы тоже знаете, как это делать, да? Договорились? И теперь мы должны с вами аккуратно соединить петли между собой. Ну, чтобы была единая окружность, по которой мы будем с вами вязать, да? Так, смотрите, переносим первую петельку с левой спицы на правую. Перенесли. Теперь предыдущая петля, вернее сказать, первая, которая была на правой, мы ее аккуратненько перекидываем через перенесенную. И в этом месте ниточку хорошо-хорошо затянули, прям с одной стороны, с другой стороны. Теперь смотрите, что нужно сделать. Мы с вами должны провязать первые 4 ряда. Первый ряд изнаночный, одними изнаночными. Я вяжу классическим способом за переднюю стенку все петельки изнаночными. Вот так. Аккуратненько вяжем с вами вместе. Вот, смотрите, друзья, первый ряд мы провязываем с вами изнаночными, второй ряд лицевыми, потом опять ряд изнаночных, потом ряд лицевых петель. Понятно, да? 4 ряда первоначальных. Если вам тяжело понять, где у вас начинается ряд и где заканчивается, не страшно, да, новичок вы или нет, вот в этом месте, друзья, можно повесить маркерочек. Вот, вот так, таким образом. Ну и давайте мы с вами не будем терять время, как я уже сказала, а провяжем эти 4 ряда быстренько, каждый сам себе. И потом продолжим уже с вами самое интересное творить.
Я сейчас провязала 3 ряда. Один ряд изнаночными петлями, второй одними лицевыми и третий тоже одними изнаночными. А на четвертом ряду, чтобы не делать двойную работу, я расставлю маркировочки. Вдруг вы уже провязали 4 ряда, не страшно, потихоньку переставляя петли с одной спицы на другую, также распределите те самые маркеры. Как их развесить правильно? По-прежнему, вместо начала и окончания вязания ряда, это у нас здесь, где ниточка, да, помним. Сюда мы вешаем маркерок, который отличается от всех остальных. Ну, я его просто пометила вот такой скрепкой. Надеваем. Теперь смотрим на нашу схему распределения петель. Я уже, конечно, знаю наизусть, а вы посмотрите. По спинке у нас с вами 32 петли, по переду будет 44, по одному рукаву 18 и по другому 18. И по 2 петли занимают наши регланные линии. Регланных линий всего у нас навсего 4. Это будет здесь, здесь, здесь и здесь. Ориентировочно. Ну, теперь давайте с вами расставим те самые маркирочки и приступим к вязанию основной схемы. Значит, первая петелька у нас будет... Вот я маркер неправильно немножко делала. Первую мы провяжем с вами, потому что здесь будет у нас первая петля регланной линии. Мы провязываем ее лицевой. Но у меня, в принципе, все сейчас будут лицевые. И теперь я, конечно, возвращаю маркер на место. Теперь смотрите, по рукаву у нас будет 18 плюс 2. Ну, то есть 2 петли регланных линий. Это будет 20. Провязываю 20 петель лицевыми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще один маркерочек. По переду у нас с вами получается 44 основные петли и 2 регланные. То есть вместе это 46 петель. Вяжем опять-таки тоже вместе. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 и 46. Еще один маркерочек. И опять 20 петель провязываем, из которых 18 это у нас петли рукава и 2 петли у нас регланные линии. Помним, да? Провязываем 20 петель вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, маркерочек повесили. В результате у нас с вами остаются 32 петли по спинке и 2 петли регланной линии. Итого 34 петли. Ну, давайте проверим, так ли это на самом деле. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ура! Все получилось, да? Друзья, если вы вяжете медленнее, не страшно. Аккуратненько поставьте видео на паузу, свяжите свое определенное количество петель, а потом вяжем вместе. Если вдруг вы что-то не успеваете за мной, можно
раз, два или три или больше раз еще раз пересмотреть. Хорошо? Это, ну, это в основном касается новичков. Все, друзья, вот мы с вами сделали распределение. Смотрим. Здесь у нас будет спинка, здесь перед, а здесь наши рукава, да? С этим, я надеюсь, мы с вами разобрались. Вот так это дело выглядит. Замечательно. А теперь я хотела бы с вами обсудить основную схему и, в принципе, теоретически донести вам, что и как мы с вами будем вязать. В самом начале хочу пояснить, что это новый усовершенствованный вид вязания углубленной горловины, а именно углубленной, чтобы она не топорщилась по спинке и очень аккуратно сидела и комфортно вам было, в принципе, носить такое изделие. Такая горловина, друзья, вяжется в три этапа. Раз, два и три. Не бойтесь вообще. Вот вы сейчас посмотрели, вообще не ужасайтесь. Особенно новички. Не вздумайте бояться. Страшно не сама горловина, а страшно ваша внимательность, чтобы внимательно следили за всем делом. Давайте я вам поясню. Мы с вами в самом начале вяжем наш полувер на одном плече. Вот эти самые наши регланные линии. Видите, да? Вот отсюда мы с вами берем старт. И у нас есть два вида обозначения рядов. Лицевые красной черточкой, стрелочкой, а изнаночные ряды по изнаночной стороне черной. Вот эти кружочки с цифрами – это обозначение петель поворота. Вот в самом сейчас процессе вы это поймете, вообще вам будет легко. И мы с вами вяжем с первого ко второму, вернулись по изнаночной стороне, с третьего к четвертому. И так один за одним мы с вами провязали. Провязали 7 рядов по одному рукаву, да? Аккуратненько с середины спинки, примерно с середины спинки мы с вами переходим в начало, самое начало другого рукава, 9 ряд. И вот здесь уже будет у нас другая схема, схема номер 2. Опять-таки мы с вами поворотными рядами провязываем туда-сюда наш реглан по рукаву в основном. И делаем то самое углубление по спинке. Вот благодаря формированию, благодаря этим двум схемам формируется такое овальное, плавное углубление по спинке нашего изделия. Ну и, конечно, в конце нам нужно сделать более заглубленную горловину по переду. И для этого, друзья, после того, как мы с вами провязали 17 рядов по второму плечу, по второму рукаву, мы аккуратно возвращаемся с вами опять-таки к другому рукаву, к другим регланным линиям, и вот к 18 ряду. И третья схема, ну, кто уже вязал реглан, тот знает, что вяжется вот такими рядами, в принципе, сам по себе реглан. Мы с вами туда-обратно немножечко вывязываем небольшое такое дополнительное углубление по переду нашего изделия. Не бойтесь, не страшно, вместе сейчас мы все свяжем. Но вот честно вам говорю, как есть, на духу. Это не самое важное. Самое важное, друзья, разобраться в схеме нашего рисунка основного. Вот того самого. Схему я вам всем оставила. Дополнительно сняла видео и есть на моем канале. Я бы вам советовала предварительно немножко потренироваться, связать хотя бы несколько фрагментов. Не обязательно там большую полосу, да? Сделайте поменьше. И, как бы сказать, чтобы вы могли легко ориентироваться по самому рисунку, чтобы у вас не было проблем. Ну вот покажу. Вот. Вот этот самый основной наш рисунок. И мы с вами могли спокойненько параллельно вязать как перед и спинку, так и наши ажурные красивые рукава. Хорошо? Договорились? Потренируйтесь, пожалуйста. Это много времени не займет, а результат будет положительный. Ну что, друзья, приступаем. Мы с вами начинаем сам процесс вязания вот из этой точки. Начало нашего ряда, и это у нас правое плечо. Вот это самое правое плечо, да? Поворотными рядами. Договорились, да? То есть смотрим на нашу схему и вяжем. Согласно схеме нашего рисунка, я вот буду редко к ней возвращаться, потому что знаю ее наизусть, а вы держите ее перед глазами. Мы должны с вами провязать два ряда первой лицевой гладью. Ну, понятно, значит, мы провяжем первый ряд у нас, ну, в принципе, да, первый ряд у нас лицевые, и второй ряд у нас будут изнаночные петли, потому что это будет обратный ряд. Вот, давайте вместе вязать, вы сейчас все поймете. Смотрим на схему, самую сложную, и провязываем с вами вот это расстояние от первой петли поворота до второй. То есть мы должны провязать по регланным линиям и выйти на регланную линию
второго ряда, да? Понятно. Отсюда мы разворачиваемся и по изнаночной стороне вяжем одними изнаночными. Вот так. Итак, ряд номер один. Переносим маркерочек. Провязываем одну лицевую. Провязали. Теперь мы с вами должны сделать подъем петли. Хочу обратить ваше внимание, для выстраивания регланных линий мы должны делать прибавки по регланным линиям в каждом втором ряду. Понятно, да? Вернее сказать, каждом в первом, наверное, через один. Как делаются прибавки незаметными, чтобы вот не было никаких дырочек и выглядело это достаточно симпатично, я вам сейчас буду показывать. Делаем подъем петли уже из провязанной нижнего ряда. Вот эту петельку мы с вами поднимаем. И провязываем, друзья, лицевой. Это первая наша петля. Далее мы с вами провязываем лицевыми петельками до следующей нашей петли регланной. Вот она, перед маркером. Вот для чего же нам маркеры нужны? Понятно, да? Вот благодаря маркерам мы с вами и ориентируемся сейчас. Давайте вместе провяжем. Вам поначалу будет казаться немножко сложным, но когда вы во все это дело, как сказать, войдете, погрузитесь, и у вас не будет проблем. Самое главное, внимательно следить за вывязыванием ажуров. Вот там могут возникнуть проблемы. Желательно вязать в тишине, чтобы вам, в принципе, никто не мешал. Довязали. Смотрите, здесь тоже делаем подъем петли. Вот таким образом подняли и провязали из нее лицевую. Все, готово. Вот она лицевая. Замечательно. Теперь смотрите, маркерочек мы переносим, перенесли маркер, а следующую петлю регланной линии мы не провязываем, а мы должны ее обвить ниточкой, вот так, вернуть ее обратно на спицу и развернуться, друзья, на изнаночную сторону. И сейчас мы с вами будем вязать ряд номер 2, тот, который отмечен на нашей схеме черной стрелкой, да? Ряд номер 2. Вот в этом месте хорошо затягивайте всегда нитку, чтобы не было никаких дырок. Маркер перенесли. И вообще спокойненько вяжем с вами изнаночными петлями. Немного будут тарахтеть маркеры, но я буду стараться держать на весу, чтобы было меньше звука. Поправляю ниточку и вяжу ряд номер 2. Как же так сделать, чтобы меньше шумело? Прям не соображу никак. Они все равно будут касаться стола и греметь. Помним, да, я вяжу изнаночный за переднюю стенку. Вы вяжите, как вам удобно. Но у меня, кстати, обратите внимание, нет рядности. Это замечательно. Теперь смотрите, друзья. Вот мы довязали, переставляем маркер. И тут я сейчас сделаю паузу. У нас с вами по спинке 32 петли. Мы с вами должны постепенно приблизиться от регланной линии к центру, делать прибавки, да, вот таким образом. И мы должны 32 разделить на 10, потому что с одной стороны у нас будет 5 рядов, вы пока не смотрите на эту схему, и с другой вот эти вот 5 поворотных рядов. Поэтому при делении получается неровная цифра, но мы с вами будем в общей сложности брать 3 петли для одного расстояния провязывания реглана. Что это такое? Не знаю, смогла сейчас вам объяснить, но на практике показываю. Вот смотрите, после маркера следующая петелька у нас регланная. Мы ее провязали изнаночной, а теперь мы должны провязывать по 3 петли, двигаясь к центру спинки. С одной стороны, когда мы вяжем правый рукав, и потом мы будем делать то же самое, двигаясь постепенно к центру спинки с другой стороны, когда мы будем вязать левый рукав. Вот, по-моему, сейчас понятно сказала. Провязали регланную петлю, дальше провязываем 3 изнаночные. Раз, два, 3. Теперь мы с вами следующую петельку приснимаем аккуратненько, обматываем, обволакиваем ниточкой и разворачиваемся, друзья, на лицевую сторону. Развернулись, хорошо ниточку затянули и вяжем с вами лицевые до регланной петли. Помним, что петли по переду и спинке мы вяжем лицевой гладью, да? У нас перед спинка лицевая гладь, а ажурные только рукава. Довязали, делаем подъем петли, помним, как я вам уже показала, провязываем ее лицевой, регланную петлю тоже лицевой, переносим маркер, перенесли маркер, провязываем лицевую
и делаем подъем еще одной петли. Помним, в каждом втором ряду, это как отче наш, провязали. А дальше, друзья, мы уже вяжем с вами рисунок на рукавах согласно вот этой схеме. Видим, да? Не бойтесь, если будете ошибаться, ну что, придется подраспускать. Давайте посмотрим, как мы его будем вязать, с какой петли начинать. Вот, я специально поближе так поставлю, покажу вам, вот как мы начинаем с вами. Видите? То есть у нас сейчас будет первая лицевая накид, 2 вместе, и провязываем 2 первых фрагмента, этот и этот. Все, смотрим на свой рисуночек и аккуратно вместе со мной провязываем. Значит, мы с вами вяжем. Лицевая у нас уже есть, она в качестве накида была набрана у нас, вот она. Поэтому мы сейчас делаем накид, 2 вместе я вяжу за заднюю стенку. Помним, если кто схему изучил заранее, тот молодец. Провязали. И провязываем центральные 7 петель изнаночными. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь мы провязываем 2 вместе за переднюю стенку. Делаем накид. Лицевая, накид, 2 вместе за заднюю стенку провязали, да? Теперь 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Но 7 у нас должна быть, видите, нам немножко петель не хватает, у нас 7 должна быть с вами регланная, поэтому мы 7 поднимем с вами изнаночной, не страшно. Аккуратно провязали изнаночной. И делаем лицевую петлю регланной линии. Вот регланные петли мы всегда с вами провязываем одними лицевыми. Что делаем дальше? Дальше мы с вами переносим маркировочек. По горловине мы не будем делать широкий шаг расставления петель, потому что горловина у нас будет дополнительно довязываться рядами. Поэтому мы с вами провязываем первую петлю после маркера лицевой. Делаем подъем из предыдущей. Но здесь... Вот так нужно будет опуститься, провязать лицевую. И еще одну петельку просто лицевой. Провязали. Делаем закрепление. Как мы делаем? Переставили петлю с левой на правую спицу. Обволакиваем ее ниточкой, возвращаем. И развернулись, друзья, на изнаночную сторону. По изнаночной стороне мы с вами вяжем тоже по рисунку. Вот тут почему нужна внимательность. Там, где нужно вязать изнаночные петли, видите, их видно. Мы вяжем с вами изнаночными, это касается непосредственно переда и спинки, а также регланных петель. А дальше мы с вами должны смотреть на схему, как нужно правильно вязать. Ну, регланная у нас лицевая, 7 петель, вернее изнаночная, 7 петель у нас провязываются лицевыми по схеме ажурного рисунка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь мы с вами провязываем петли изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, провязали, да? И опять у нас 7 петель лицевыми. Готово. Остальные вяжем уже изнаночными. Спокойненько себе так, никуда не торопясь. Если вдруг вы немножко еще путаетесь в расстановке петель и провязывания по спинке, то, друзья, можно здесь дополнительно вешать маркировочек. Мне он, допустим, не нужен. Если вам нужен, пожалуйста, не воспрещается. Вот чтобы вы видели это место продвижения на следующие 3 петли, да? Мы провязываем те петли, которые мы с вами уже провязали в первый раз по изнаночной стороне. Теперь... Ряд, на котором мы сделали закрепление, мы провязываем тоже, считаем за ту самую петлю из 3 прибавочных. Вот 1, 2, 3. Закрепляемся на следующий, то есть сняли, обволакиваем ниточкой и аккуратно разворачиваемся на лицевую сторону. Все, друзья, понятно. У нас тут уже формируется уголочек. Отлично. Хорошо затянули нитку. Довязываем до петли регланной. Потому что будем делать опять прибавки. Все прибавки во время вязания регланных поворотных рядов мы делаем только по лицевой стороне. Довязали.
Делаем подъем петли, помним, да? В каждом лицевом ряде мы с вами поднимаем лицевые петли. Провязали регланную, сняли маркер, перенесли аккуратно. Провязали еще одну лицевую. А теперь смотрим на наш рисунок ажура. Что делаем дальше? Я так-то уже по памяти помню, вы подсматриваете туда. Провязываем еще одну лицевую. Делаем накид, лицевая, 2 вместе, 2 изнаночные. Теперь мы делаем нашу шишечку, вот эту вот мелкую шишку на рукавах, такую вот, мы должны с вами связать. Берем одну петлю центральную по изнаночным и вяжем. Делаем набор, я делаю из 7 петель, хотя на рисунке указано 6 воздушных. Смотрите, как это я делаю. Один раз покажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Чередую. Сначала за переднюю стенку, потом за заднюю. Теперь я все вместе эти петельки должна провязать как одна единая. Провязала. Вот. Затянула нитку. Теперь смотрите, делаю подъем петли из провязанной нижней, лицевой, и закрепили эту нашу шишечку, чтобы она никуда не проваливалась на изнаночную сторону. Все, и была такой выпуклой. Вот она у нас получилась. Провязываем, друзья, 2 изнаночные, 2 петли вместе за переднюю стенку, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Теперь опять у нас будут 2 вместе за заднюю стенку. Провязали 2 изнаночные. Опять мы с вами делаем одну шишечку. Такую вот. Из 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть и семь. Провязываем их вместе. Есть, да? Закрепили за нижнюю петлю. Есть такое дело. Сейчас. И при этом очень хорошо затягиваем ниточку, чтобы она не была такая разболтанная. Все, затянули. Все, вот наша шишка. 2 изнаночные. 2 петли вместе. Но здесь не получится, потому что, видите, у нас была до этого поднята петля изнаночная. Поэтому мы ее просто провяжем лицевой. Провязали лицевой и сделали подъем по регланной петле. Вот она регланная. Тоже лицевой. Провязываем лицевой петлей регланную, переносим маркер, лицевая. Теперь мы поднимаем из нижнего ряда еще одну лицевую. Здесь мы с вами смотрим, где мы закрепились. Вот мы провязываем ее лицевой, вот эту закрепленную, вот она стеночка такая. И с вами должны закрепиться, провязывая следующую петлю, вернее не провязывая, а снимая обволаки. Вот так. Присняли ее немножко аккуратненько и вот так аккуратно вернулись на изнаночную сторону, друзья. Итак, мы сейчас будем с вами вязать ряд номер 5. Я же смотрю на схему, и вы смотрите. Можете делать пометки маркером или карандашом на распечатанной схеме. Ряд номер 5. Вяжем. Ну, не буду уже вам рассказывать, где лицевые нужно лицевыми вязать, где изнаночные изнаночными. Я вот сейчас вяжу по переду только изнаночные, переставляю маркер, вяжу по рисунку петли рукава, внимательно смотрю, чтобы не запутаться. Я же говорю, для этого нужно было делать репетицию заранее. Ну ничего, провяжем вместе. В принципе, это кажется только первый раз сложно, на самом деле вы потом... Тут знаете что? Вот больше сложности, наверное, в рукавах, а остальное, в принципе, более-менее понятно. Вяжем, вяжем. Вот эти центральные 5 петель у нас получается, где наша та самая шишечка. Изнаночные, в том числе и регланная, и прибавки наши, да? Накиды наши. Вот так это выглядит по изнанке у нас. Переносим маркерочек и вяжем с вами опять-таки петли по спинке уже одними изнаночными, по изнаночной стороне. И
Вот мы с вами должны довязать вот до этой петли, на которой мы с вами крепились. Ее мы считаем, и плюс еще 2. Помним, да? Вот давайте. Вот теперь вот она первая. 1, 2 и 3. На следующем мы с вами делаем закрепление. Помним, как я уже показывала. И развернулись на лицевую сторону. Быстренько довязываем до маркера. Ну, быстренько я, а вы уже вяжете в своем темпе. Друзья, не гонитесь за кем. Даже за мной не надо гнаться, не надо этого делать. Вы бежите своим темпом. Довязали до регланной линии. Делаем подъем петли. Регланная петля. Маркер перенесли. Регланная петля. Еще один подъем лицевой. Смотрим по рисунку, друзья. Вот теперь я провязываю одну лицевую. Накид. 2 лицевые. Теперь 2 вместе за заднюю стенку. Ну, чтобы, видите, у нас такая красивая линия тут формируется. Теперь 3 изнаночные. Я уже в схему не смотрю, потому что я уже связала изделие. Помню этот рисунок наизусть. Мне легче, честно скажу. 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку. Провязали. И здесь красивая линия формируется. 2 лицевые. Накид. Лицевая, накид, 2 лицевые, вот, лепесточки уже формируются здесь у нас, 2 петли вместе за заднюю стенку, 3 изнаночные, 2 петли вместе за переднюю стенку, провязали, да? Ой, а здесь у меня, видите, ошибка, я почему-то связала лицевую, сейчас переделаю. Главное вовремя исправить это дело. Вот я исправила. Теперь я здесь сделаю накид, потому что я 2 вместе провязала. Делаем накид. Лицевая. И делаем подъем регланной петли. Это святое дело. Вообще они не считаются в рисунок. Сами по себе. Перенесли маркер. Лицевая петля регланная. Подъем петли. Далее мы с вами провязываем до петли закрепления, помним, да? И как она выглядит, тоже мы с вами помним. Вот она. Мы ее провязали и фиксируемся на следующей. Перенесли, обмотали ниточкой и развернулись на изнаночную сторону. Вот так. Я сейчас, знаете, что сделала? Взяла паузу и приподняла штатив, чтобы вам не тарахтели мои маркеры. Думаю, что будет сейчас так полегче и поинтереснее. Ну что, друзья, вяжем по изнаночной стороне. Вот, видите, не стучит, как хорошо. Вовремя эта мысль, почти вовремя пришла мне эта мысль в голову. Провязываем до первого маркера одними изнаночными. Перенесли маркерочек. Здесь внимательно следим за рисунком, чтобы не было косяков, как у меня случился. Вот сначала идут все изнаночные. Мы должны увидеть вот эти 3 петли. И провязать их лицевыми. Все остальные будут изнаночными. 1, 2, 3. Остальные все изнаночные до 3 петель нашей шишечки. Да, помню. Вот они у нас для ориентира. Я вам, знаете, как советую смотреть не только на схему. Схема, конечно, это хорошо. А также смотрите на само полотно. Потому что именно на полотне вы будете легче ориентироваться, что и зачем вам дальше вязать, какие петли. Я вам честно говорю, я вот зачастую именно этим и руководствуюсь. Отвязала какую-то новую для себя схему, да, усвоила так основные моменты и стараюсь следить за полотном. Вот так гораздо быстрее вязать и, ну, как показывает мой опыт, так полегче. Друзья, и сейчас у нас с вами будет ряд номер 7. Вот этот, мы сейчас сюда с вами пришли, вот 7-й ряд. Переставили маркер, вяжем изнаночными до петли закрепления. Так я ее назвала. И тут уже такой треугольничек у нас формируется. Тот самый окат горловины. Аккуратненько мы с вами вяжем. Где она? Вот она, наша петелька закрепления. Она выделяется. Мы ее считаем, помните, да? Вот вяжем теперь ее же первый. 1, 2, 3. Закрепились, развернулись на лицевую сторону и вяжем ряд номер 8. Вот мы сейчас с вами пойдем сюда от 7 к 8. Вот так.
Вовремя показала, скажите, да? Сначала вязала-вязала, а теперь решила показывать. Так, вяжем, затягиваем здесь нитку, помним? Вяжем одними лицевыми, это у нас петли спинки до регланной линии. Я повторюсь, если вы за мной не успеваете, ставьте на паузу и провязывайте в своем темпе. Довязали, делаем подъем петли. Мы уже с вами научились это дело делать. Смотри, как аккуратно получается, да? В ряд выстраивается. Регланная петля, маркер перенесли, лицевая. Делаем подъем петли из предыдущей. Провязали. Далее я вяжу, смотрю, значит, 2 лицевые. Накид. Раз, два, три лицевые по рисунку. Теперь нужно 2 вместе провязать за заднюю стенку. Но вы уже должны это выучить. Видите, мы с вами такой вот листочек формируем. 1 изнаночная, 2 петли вместе за переднюю стенку, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 петли вместе за заднюю стенку, 1 изнаночная, 2 петли вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, накид, 2 лицевые и подъем петли. Помним, перед маркером у нас регланная петля, ничего не поменялось. Провязали, перенесли маркерочек, регланная петля, еще одна. Делаем подъем. Вяжем лицевые до петли закрепления. Помним, вот она. Ну, эти петли всегда видно, знаете, вы не потеряетесь вообще даже независимо от цвета пряжи. Просто внимательно следите. Провязали ее лицевой, друзья, все, закрепились. Аккуратно развернулись на изнаночную сторону ниточку. Хорошо-хорошо затянули, чтобы тут дырки никакой не было. И вяжем с вами сейчас вот от этого восьмого ряда через все полотно, через другой рукав изнаночными петлями вот сюда. Понятно, в начало другого ряда. Представляете, какие мы молодцы? И мы с вами сейчас перейдем к схеме номер 2. Вот так-то. Болтали-болтали, и уже какую красоту мы с вами навязали. Отлично. Так, провязываем до маркера. Это же у нас кусочек переда сейчас, помните, да? Провязываем мы изнаночные. Перенесли маркерочек по рисунку. Тут внимательно. А по рисунку что смотреть? Здесь все петли будут изнаночными, за исключением петельки одной над шишечкой. Это вам для ориентации. Так будет быстрее. Вы не будете в схему туда заглядывать, а вяжите как вместе со мной. Шарашим быстро изнаночные. Чего время терять, да? Уже хочется носить такую вещь, а мы тут будем время терять. Вот она, та самая петелька, которую нужно провязать лицевой. Ее же видно. И дальше опять идут изнаночные. Вяжем, вяжем. Молодцы. Так. Ждем еще одну лицевой. Вот, провязываем ее лицевой. Дальше, друзья, просто вот без остановки вяжем все петли изнаночными. Провязываем, да, переносим маркеры с левой спицы на правую. Так, аккуратно маркерочек перенесли. Вот и дальше, видите, я перенесла, затягиваю тут петельки и вяжу изнаночными. И мы с вами сейчас должны, знаете, куда попасть? Вот сюда. То есть провяжем все петли по спинке, маркеры переносим изнаночными одними. И вот до этого маркера. Договорились? Давайте, время не терять, каждый свяжет самостоятельно. Итак, довязали до петли реглана, провязываем ее тоже изнаночной. Маркерочек перенесли, провязали изнаночную и закрепляемся, друзья. Помним, да, как? Раз, аккуратненько, и развернулись на лицевую сторону. Теперь смотрите, что у нас получается. Это у нас уже правый рукав формируется. Это спинка, перед вами перед. И еще один рукав вот здесь, между маркерочками, где меньше петель. Что делаем дальше? Ну, что мы делаем? Прибавки по регланным линиям, конечно, никто их не отменял. Пока мы не наберем необходимое количество петель для всего изделия, будем делать прибавки в каждом втором ряду. Как я уже показывала. И начиная с этого ряда, друзья, мы с вами вяжем уже рисунок нашего рукава. Вот этот самый рисунок. Как? Показываю.
накид, 2 петли вместе за заднюю стенку, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, провязали, 2 петли вместе за переднюю стенку, накид, лицевая, накид, 2 вместе, и теперь у нас что получается здесь? 1, 2, 3, 4. Ну, не страшно. Мы тоже вяжем сейчас с вами изнаночными. 1, 2, 3, 4. И следующую петлю подъема мы тоже с вами провязываем изнаночной. Тут, конечно, приходится помудрить, но по-другому никак не получится. Не переживайте. Потом уже эти все ряды выровняются. В принципе, будет нормально, гармонично и одинаково смотреться оба рукава. Вот тут не волнуйтесь, пожалуйста. Пусть ваш перфекционизм вас там не задушит. Провязываем петлю лицевой регланную. Перенесли маркер. Провязали лицевой. Теперь, друзья, смотрите. Вот по левому рукаву, по спинке, мы будем делать с вами ступенчатость, вот вывязывание спинки, по лицевой стороне. Вот что хочу сказать. То есть провязываем сейчас с вами 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Закрепились. Закрепились. Развернулись на изнаночную сторону. До маркера мы с вами вяжем одними изнаночными. В этом месте хорошо нитку затягиваем. Помним, да? До маркера изнаночными. А дальше, друзья, должны смотреть по рисунку. То есть вот 1, 2. Я смотрю, что тут. А, не-не-не. Все, одна, значит, у нас изнаночная. Дальше идет 5 у нас лицевых, потому что по лицу там у нас идет изнанка, да? Теперь, значит, вяжем 1, 2, 3, 4, 5 изнаночными. Здесь у нас будут 7 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Есть. Теперь у нас дальше идут изнаночные до маркера. Вяжем до маркера. Переносим сам маркерочек. Провязываем петлю первую регланную, петлю подъема, закрепленную петлю провязываем. Видите, она как выглядит? Закрепляемся на следующей. Затянули ниточку и развернулись на лицевую сторону. Развернулись, хорошо затянули. Вяжем по переду, да, а это перед наш лицевыми. Теперь делаем петлю подъема, лицевая, перенесли маркерочек, лицевая, петля подъема. Теперь мы с вами делаем что? Так, сейчас лицевая, накид, лицевая, 2 вместе за заднюю стенку, 2 изнаночные и делаем нашу шишечку. Помним, когда? С одной петли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 провязываем вместе, провязали, закрепились, вот, вяжем 2, хорошо здесь затянули нитку, провязываем 2 изнаночными, 2 петли вместе за переднюю стенку, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе за заднюю стенку, 2 изнаночные и 1 шишечка у нас сейчас будет с вами. 1, 2, нитку подтягиваю, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 провязываем вместе, аккуратно, и эту шишечку мы должны с вами закрепить. Сделали, отлично, затянули. Теперь 1 изнаночная, и, друзья, петлю подъема опять мы делаем с вами изнаночной, чтобы была симметрия в рисунке. То есть следующая петелька мы тоже с вами провязываем изнаночной. Вот так подняли и провязали. Все, петля подъема лицевой. Теперь перенесли маркер, лицевая. Делаем петлю подъема.
провязываем с вами 3 петли предыдущие, которые у нас были по спинке, и следующую петлю закрепленную мы с вами считаем, провязываем еще 3. 1, 2, 3 и закрепились с вами вот так. Развернулись на изнаночную сторону, провязываем с вами до маркирочка петли изнаночными. Друзья, ну потерпите, мы с вами уже второй сложный круг заканчиваем, вторую схему. Представляете, как классно? Нам, согласно этой схеме, нужно будет вот по спинке, мы сейчас с вами, знаете, где были? Вот здесь, на 12 ряду. Мы с вами сделали отступление и возвращаемся к переду. То есть еще 2 таких ступенчатых перехода, закончим вторую же схему. Схема страшнее, чем сам процесс, согласитесь? Здесь мы вяжем с вами по рисунку, да? То есть раз... После маркера 1 изнаночная, дальше 5 лицевых. 2, 3, 4, 5 лицевыми. Дальше у нас идут изнаночные до следующих 5 лицевых по изнаночной стороне. Я же говорю, я уже в схему не смотрю, смотрю на полотно. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше мы вяжем с вами изнаночные до маркера, до маркировочка. Довязали, перенесли маркер, изнаночными вяжем до петли крепления. Вот она. Провязали, ее провязали, а за следующую мы с вами уже тут фиксируемся. Вот видите, как внимательно надо следить? Я чуть не маханула еще одну петлю лицевую. Нет, этого делать не нужно. Развернулись на лицевую сторону. Затянули ниточку. До маркера провязываем с вами лицевыми. Вот она, петля подъема регланных линий. Мы поднимаем следующую петлю лицевую. Провязали регланную. Маркер перенесли, лицевая. Поднимаем петельку. Провязываем с вами... Я смотрю по рисунку. 2 лицевыми. Делаем накид. 2 лицевыми. 2 вместе за заднюю стеночку. Я вам прям тут рисунок целый разжевываю. Ну, так лучше, друзья. Потом, когда мы с вами провяжем 23 ряда, вы будете самостоятельно дальше вязать. Дальше я уже не буду вам жевать. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Это только по первым парам, чтобы вам было легко ориентироваться. Дальше 2 изнаночные за переднюю стенку. Провязали 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Вот у нас формируются листики эти, красивые такие, и шишечки на местах. 2 вместе за заднюю стенку, 3 изнаночные, 1, 2, 3. Вот здесь мы с вами свяжем 1 лицевой. Никаких убавок не делаем. И делаем прибавку по регланной линии путем вязания лицевой петли. Сделали. Маркер перенесли. Провязали лицевую. Подняли петельку. Провязали ее лицевой. И вяжем с вами вот до этого места. Петля крепления. Вот она. Ее видно. Мы с вами считаем. Помните, тройные петли прибавок делаем. Это, друзья, у нас уже с вами получается 14 ряд. Мы уже здесь, вот в этом месте, вот он. Отлично. Вот она петля. Считаем 1, 2, 3. И закрепились здесь с вами. Аккуратно развернулись на изнаночную сторону. По спинке, помним, что это петли спинки. Мы вяжем, затянув ниточку, только изнаночными. До маркера. После маркера петлю рукава согласно нашего рисунка. Перенесли маркер. А рисунок у нас здесь будет по 3 петли центральные лицевые в одном и в другом месте. Вот они. А все остальные изнаночными. Видите, вот как ориентироваться легко. Попробуйте без схемы. Вот, их же видно сразу. 1, 2, 3. Остальные все изнаночные.
3 лицевые провязала. До маркера вяжу изнаночными. Провязала, перенесла маркерочек. После маркера вяжем тоже мы изнаночными. До той самой петли крепления, вот ее видно. Она как немножечко в стороне такая стоит себе, деловая. Мы ее провязываем изнаночной и крепимся за следующую. Вот, развернулись на лицевую сторону, друзья. Затянули ниточку, вяжем дальше лицевыми до маркера. По регланной линии делаем подъем, помним, да? Вот. Перенесли маркер, лицевая петля регланная, сделали подъем петли. И мы с вами дальше вяжем по рисунку. Так, переносим с вами, делаем накид, 3 лицевые. Провязываем 2 петли за заднюю стенку, лицевая, 2 петли за переднюю стенку. Ой, изнаночная, извините, я уже все, мыслями улетела. Вот, то ли мне так этот рисунок дался, то ли он вообще такой вот. Нужно сидеть в тишине вообще, чтобы никто не мешал, и внимательно следить за рисунком. Довязываем с вами до вот этой вот строчки, не строчки, 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 2 вместе, 1 изнаночная, 2 вместе за переднюю стенку, 1 лицевая, прибавка по регланной линии мы дошли, регланная петля, переносим маркер, регланная петля, поднимаем за заднюю стенку, вот за нижнюю стенку нижнего ряда. Теперь мы должны сделать с вами последние, провязать последние 3 петли по спинке. Давайте вместе провяжем. Где она, эта петля? Это у нас уже с вами ряд 14, видите? Ряд номер 16, извините. 14 был до этого, 16 ряд, вот она. Здесь мы сейчас будем, на середине спинки практически, вот она. Вот, считаем. 1, 2, 3. Закрепились с вами на петле, развернулись, провязали 17 ряд сюда вот вперед. Здесь мы с вами развернемся и будем возвращаться по лицу уже через все наше изделие. Ну, надеюсь, вам это понятно. Вяжем вместе и смотрим, конечно, тоже все это дело вместе. Сейчас это у нас уже будет ряд 17. Все петли по спинке вяжем только изнаночными. Переносим маркерочек. Дальше по рисунку. А что по рисунку, друзья? Вместе рукава, извиняюсь, только лицевые вяжем 2, там где шишечки, а все остальные изнаночными. Хоть бы голос не сел. Вот она лицевая. Дальше идут изнаночные. До следующей лицевой. Теперь у нас идет лицевая. Вот она. Изнаночные до маркера. Сейчас мы с вами довяжем. Маркер перенесли, изнаночные до петли крепления, вот она у нас. Вот, провязываем ее изнаночно и закрепились на следующей. И, друзья, теперь мы с вами вяжем 18 ряд, и вот это у нас левый рукав, это правый, это спинка. Не смотрите, что сейчас все это так страшно выглядит. Потом это будет все красиво. И вот мы с вами так вот провяжем. С одной стороны петель переда до этого места, вот сюда. Ну, смотрим. Лицевые петли по переду.
Про подъем мы с вами не забываем. Петля подъема регланная, принесли маркер, регланная петля подъема. Дальше мы вяжем с вами лицевыми 1 2 3 4 накид, 1 2 3 4. А теперь смотрите, что я делаю. Нам необходимо сейчас провязать 3 петли вместе, вот в этом, вот здесь. Как мы провязываем? Легко, я беру их так вот за заднюю стенку, 3 вместе, видите, и провязываю ниточкой аккуратненько. Все, и затянули, все, красиво, шикарно. Дальше у нас идут 1 2 3 4 лицевые, накид, лицевая, накид, 1 2 3 4 лицевые. Опять нам нужно сделать 3 петли вместе, потому что вот вы ориентируетесь на эти шишечки. Вот над ними такой, как лепесточек должен получиться. Провязываем 3 петли вместе за заднюю стенку. Провязали. Дальше мы вяжем 2 петли лицевыми. Подъем на регланной петле. Лицевая. Переносим маркерочек. Лицевая. Подъем петли. Вяжем все петли спинки. Вот она, наша спиночка. Какой красивый овал у нас здесь получился. Видите? Мы провязываем все лицевыми. Осталось уже совсем немножко мне с вами побыть. А дальше вы самостоятельно будете вязать. Я вас выведу на основной рисунок. Дальше вы уже просто будете по наитию. Ну, это несложно, честно вам скажу. Вот красиво, красиво здесь получается все у нас, замечательно, прекрасно. И идем с вами 18 рядом, с одной стороны, в другой стороне петель нашего переда. Довязываем до регланной линии. Здесь мы с вами делаем подъем, помним, да, по лицевой стороне. Мы вяжем подъем, когда поворотными рядами вяжем. Подняли. Теперь мы с вами должны здесь то же самое на правом рукаве сделать. 3 петли вместе. Но сначала мы с вами вяжем 1 2 3 лицевые, накид. 1 2 3 4 лицевые. И вот они, те самые 3 петли над шишечкой. Провязали вместе. Вот, красиво? Красиво. Далее. 1 2 3 4 накид, лицевая, накид, 1 2 3 4 провязали. Теперь 3 петли вместе. Здесь мы с вами вяжем над шишечкой за заднюю стенку, провязали, затянули, 1 2 накид. Дальше 1 2 3 лицевые и подъем из регланной петли. Это у нас святое. Перенесли маркер, провязали лицевую. Вяжем лицевыми до петли крепления. А она у нас на минуточку, вот она. Ее всегда видно. Она немножко такая, знаете, грубая, и на ней такая перетяжка. Вот до этой петли мы довязываем. Мы ее провязали, сейчас провязываем в 18 ряду и закрепились на следующий. Вот так. Все, разворачиваемся. И сейчас мы с вами, друзья, ну что, поздравляю, мы с вами уже две схемы связали. И мы с вами сейчас будем вязать поворотными рядами. Вот от 18 через все изделие к 19, от 19 к 20, от 20 к 21, от 21 к 22. И от 22 к 23. Представляете? Это уже не сложно. Но давайте все равно провяжем вместе. И мне так будет спокойнее, и вам. Итак, ряд номер 19. Мы с вами на изнаночной стороне. Там, где нужно провязывать изнаночные, мы их и вяжем. Это касается в первую очередь переда и спинки. А на рукавах у нас ажурный рисунок. И, в принципе, я вам скажу так, здесь, наверное, даже тоже будут все изнаночные. Вот я сейчас посмотрю.
по петлям. Да, друзья, и здесь тоже все будут изнаночные, видите? Не смотрю сейчас на схему, а смотрю на сам рисунок, который складывается на полотне. Давайте мы сделаем так, чтобы время не терять, провяжем самостоятельно 19 ряд до вот этого маркера. Здесь мы стартовали, все петли провязываем вот до этого маркера. Ну, а здесь уже вместе будем разбираться дальше. Довязали до маркера, переносим его на правую спицу и провязываем до петли крепления. Вот она у нас, эта петелька, ее видно, она немножечко так у нас отделяется. Мы здесь прежнюю схему менять не будем, будем передвигаться на одну петлю вперед, к центру по горловине нашего переда. Этого будет вполне достаточно. Сейчас мы дойдем до нее. Вот она. Так, мы ее провязали, теперь мы с вами крепимся за следующую, которая за ней идет. Вот, и разворачиваемся, друзья, на лицевую сторону. Провязываем наши петельки лицевыми по переду до первого маркера. Естественно, делаем прибавки, помним, да? Поднимаем петлю, провязываем лицевой, регланная петля маркер, регланная петля подъем. И вот теперь, друзья, смотрите, как вязать дальше рисунок. В принципе, мы с вами уже один фрагмент согласно нашей схеме связали. Вот она, наша схемка, да? Мы с вами связали вот этот первый фрагмент. Что делать дальше? Можно, конечно, смотреть на рисунок и ориентироваться. Но, в принципе, тут легко запомнить. Мы с вами должны сейчас провязать 4 ряда, из которых будет первый изнаночные петли. Видите, пустые кубики. Следующие лицевые, потом опять изнаночные, потом лицевые. Все. Здесь, друзья, несложно. А на будущее, вы же потом будете вязать уже без меня, я бы вам рекомендовала придерживаться следующего правила. Всегда отталкивайтесь при построении рисунка вот этих петель, которые у вас образовались над шишечками. Да? У вас же будет расширяться полотно, петель будет становиться еще больше. Как ориентироваться, с какой петли начинать вязать? Смотрите вот на эту петельку. И от нее начинаете строить рисунок согласно схеме. Это несложно. Вот эта петля, вот она здесь на макушке. Когда мы провяжем с вами 4 ряда, поднимаемся сюда, и получается, что потом рядом с этой петлей будет 2 накида. Вот таким образом мы будем выстраивать с вами рисунок, отталкиваясь именно от начала петелек над нашими шишечками. Ну, сейчас, в принципе, сложного ничего нет. Мы с вами вяжем на рукавах только петли изнаночными. Провязываем изнаночными. По спинке мы вяжем лицевые с подъемом петель на регланных линиях. Сейчас дойду до первого маркера следующего и покажу вам это дело. Это у нас с вами будет уже ряд номер 20, правильно? Ряд номер 20. Мы с вами возвращаемся вот сюда. Вот. Постепенно приближаясь к финишу. Вот все-таки удобно иметь в наличии маленькие такие маркирочки, которые не колят, вот на руках приятно соприкасаются, они нигде не цепляются. Обращаю ваше внимание, когда будете покупать, старайтесь приобретать такие вот, чтобы они были гладкие и не угловаты, вот что хочу сказать, с более покатыми краями. Так, дошли до регланной линии, подъем делаем лицевой, регланная петля, маркер, регланная петля, подъем. Теперь смотрите, что дальше мы делаем самостоятельно. Вот это петли нашей спинки. Мы их провязываем лицевыми до маркера, помним, да? Здесь делаем прибавки по регланным линиям по одной. Петли рукава, а их видно, все они воздушные, мы провязываем изнаночными. Делаем прибавки по регланной линии и самостоятельно довязываем с вами, друзья, вот до этого маркирочка. Вот до этого маркирочка, да? Здесь останавливаетесь, я присоединюсь и будем с вами двигаться дальше, да. Довязали до маркера.
сделали прибавку на регланной линии, перенесли маркерочек, регланная петля лицевой и подъем сразу же. Мы же с вами на лицевой стороне помним, да? Теперь мы с вами довязываем до петли крепления. Вот она, ее видно, она как перетянутая. И на одну продвигаемся вперед. Это у нас, друзья, ряд номер 20. Вот мы ее провязали лицевой, закрепились за следующую, развернулись с вами на изнаночную сторону и вяжем ряд номер 21. Теперь мы с вами возвращаемся от ряда 20 через все изделие к 21, вот сюда. Понятно, да? Ну, тут, наверное, объяснять не нужно будет. Смотрите, значит, изнаночные петли у нас сейчас идут по переду и спинке. Довязываем. Маркерочек перенесли. И, друзья, вот в этом 21 ряду изнаночные петли у нас будут и на рукавах. Понимаете? Вот чтобы нам вот такие полосочки сформировать красивые, пока мы не вошли в единое круговое движение, в единое кольцо вязания реглана и вяжем поворотные ряды, мы сейчас с вами вяжем тоже изнаночными петлями петли на рукавах. Это ряд номер 21. То есть там, где у нас регланные петли, мы их провязываем изнаночными. И все, короче говоря, одним словом, 21 ряд весь вяжем изнаночными. Все, ничего не выдумываем. Друзья, давайте время не теряем. Провязываем с вами вот по кругу сюда и до этого маркерочка. Сейчас я разверну, чтобы так было красиво. Да, сюда вот. Вот сейчас передо мной петли переда. Вот так это выглядит. Но позже я разложу, покажу, как изделие, в принципе, смотрится. Вот до этого места довязываем самостоятельно все петли изнаночными. Довязали. Переносим маркер. Продолжаем вязать также изнаночные до нашей петли крепления. Вот она, ее видно. Довязываем. Провязали ее изнаночной, крепимся на следующий, разворачиваемся, и у нас, друзья, начинается ряд номер 22. 22 стартует из 21 и возвращается по кругу к центру переда по другой стороне. Значит, помним, да, до первого маркера у нас одни лицевые, поскольку это часть переда. Аккуратненько довязываем. Делаем подъем петли по регланной линии. Ничего не поменялось. Провязали регланную петлю. Переносим маркер. Лицевая, подъем еще одной петельки. Провязываем все петли изнаночными по рукаву с одной и с другой стороны. Помним, мы с вами формируем вот эти две полосочки красивые горизонтальные. Вот одна уже есть, сейчас будет вторая. Провязываем изнаночными. Делаем прибавки петель по регланным линиям. И по спинке, друзья, мы с вами вяжем самостоятельно лицевыми. Не забывая делать прибавки по регланным линиям. Вот это будет рукав до маркера, да? Теперь у нас пойдут лицевые петли по спинке. Далее изнаночные все по следующему рукаву. Самостоятельно вяжем вот до этого маркера. Довязали. Делаем прибавочки. Провязываем регланные петли. И вяжем дальше по переду лицевые до петли крепления. Вот она. Ее хорошо видно. И это у нас ряд с вами 22. Сейчас мы с вами довяжем. Провязали эту петельку, закрепились на следующей и развернулись, друзья. Развернулись.
Теперь смотрите, ряд номер 23 мы с вами провязываем все изнаночные петли без исключения и на рукавах в том числе, тем самым формируя вторую горизонтальную полосочку. Понятно, да? Давайте вот от этого места через все изделие до этого маркера. Договорились? Вяжем самостоятельно. Довязали. Переносим маркерочек. Провязываем петли до петли фиксирования нашей, да? Ну, я так их называю. Крепление, правильно, крепление, да, вот она, ее видно сразу. Довязали, провязали ее, закрепили за следующий и развернулись на лицевую сторону. Друзья, мы с вами прошли самую сложную процедуру, самую трудную, из всего того, что вам придется вязать далее. Все. Дальше что мы делаем? Дальше мы с вами вяжем следующий ряд. У нас уже будет расстановочный. Но давайте так, я вам сейчас вот покажу, как сориентироваться на наших рукавах, да, вот как провязать рисунок. И расскажу, что делать дальше уже без меня, потому что далее вы будете вязать по кругу. И смотрите, друзья, что происходит. Довязываем сейчас до маркера. Теперь нужно понимать, что начало и окончание каждого ряда, следующего, вот начиная именно с этого, здесь мы сейчас с вами делаем прибавку, да, подъем петли, поднимаем, провязываем. Вот начиная именно с этого места, друзья, у вас теперь будет начало и окончание ряда именно здесь. Не там, где мы начинали первоначально и маркер так вот отметили, да, а именно здесь. Здесь вы будете начинать провязывать единый рисунок по обоим рукавам. Здесь вы будете вязать один ряд с прибавками по регланным линиям. То есть теперь же начинается круговое движение, да, и вы будете делать прибавочки по регланным линиям. Так вот, смотрите, сейчас мы делаем прибавки по всем четырем регланным линиям, проходим сюда. Следующий ряд мы провязываем без прибавок и так чередуем, да. Один ряд, начиная от этого места с прибавками, второй без прибавок. И чтобы вам не запутаться, вот этот маркерочек отметьте, пожалуйста, как-нибудь себе. Я, допустим, отсоединяю скрепку, отсоединила, все. У меня теперь это простая регланная линия. И аккуратненько ее повешу именно на этот маркерочек, именно сюда. И буду знать, что начало ряда у меня теперь будет здесь. Я буду ориентироваться вот на эту скрепку. А вы уж как-нибудь себе тоже там отметьте это дело. Понятно, да? Теперь начало и окончание всех рядов, а также расстановки петель и формирование рисунков на рукавах именно от этого места. Вот сейчас на меня петли переда смотрят. Это спинка, это вот по бокам рукава. Теперь давайте вернемся к рисунку. Что делаем дальше? Как я вам и сказала, вот всегда ориентируйтесь, начинайте ориентироваться вот на эту петлю, которая над шишечкой. Так вам будет проще. Вы знаете, что нужно здесь делать, да? Вот мы должны рядом с этой петлей сделать два накида и две убавки по бокам. Вот я теперь на схему вообще не смотрю, я убрала в сторону. Как я буду ориентироваться? Провязываю петлю регланную, делаю подъем следующий. И отсчитываю, вот она у меня та самая петелька, вот ее видно, вот она. Значит, она у меня будет лицевая, после нее у меня будет накид согласно рисунку, потом 2 вместе отодвинула, и 7 петель изнаночных, считаю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе. Если эти 2 вместе, значит, здесь должен быть накид, а это лицевой. Надеюсь, вы меня поняли. Смотрите, провязываю лицевую, накид, 2 вместе, теперь 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, теперь я провязываю 2 вместе, накид, видите, эта петелька, которая над шишечкой, я вам вот уже рассказываю о ней, теперь накид опять и 2 вместе, да? Вот ориентируйтесь, пожалуйста, в дальнейшем, у вас будет намного больше петель при расширении рукава.
Вот на первую шишечку, которая будет от края, начало ваших рядов, понятно, да, начало нового рисунка. Вот всегда отталкивайтесь от нее. Также расставляете вы петельки. То же самое касается и другого рукава. Вы когда сюда довяжете сейчас этот ряд, 24-й, да, вы подойдете и подумаете, так, а что ж мне тут делать? Находите первую петлю над шишечкой, над самой первой шишкой, которая у вас будет по рисунку. И от нее уже начинаете делать отсчет. Ага, она должна быть лицевой, после нее должен быть накид, потом 2 вместе, потом 7 изнаночных, и уже потом ориентируйтесь, где вам вязать 2 вместе и делать накиды. Натарахтела, надеюсь, понятно. Ну, давайте провяжу вам сейчас расстановку. На схему не смотрим. Сделала 2 вместе, теперь нужно сделать 7 изнаночных. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот, провязала. Теперь смотрю, вот она та петелька над шишечкой. А перед ней нужно провязать 2 вместе с наклоном вправо. А мы же с вами заранее потренировались, да, образец вязали, теперь мы не путаемся. Накид, лицевая, накид, 2 вместе. И остальные я довязываю изнаночными, ну то есть их 3, за исключением регланы. Она всегда должна быть у нас лицевой. Хотим мы этого или не хотим, она должна быть лицевой. Довязываем до нее. И здесь мы делаем подъем петли. Все. И далее, друзья, вяжем по рисунку, по схеме. По спинке одни лицевые, по переду одни лицевые, ажурные у нас будут с вами только рукава. Все, друзья, я с вами связала самый сложный момент в этом изделии. Сейчас я сниму все это дело со спиц, аккуратно разложу и покажу, что у нас получилось. Мне не жалко, потому что я специально вязала для вас образец. У меня-то уже форзиция моя есть. Это было связано для вас. Ну вот давайте так, без лишних слов снимаю все это дело со спиц и смотрим, что у нас получилось в результате, какая горловина. А вы не снимаете. И да, не забывайте, кстати, друзья, когда у вас будет побольше петелек, мы переходим на спицы большего размера, вернее на леску, да, помним, чтобы леска была не менее 60 сантиметров, вот тогда вам будет удобно вязать. Убираю в сторону маркеры эти и смотрю, что же здесь получилось. Вот. Вот что получается. Понимаете, какая посадка будет интересная у нас? Вот. Вот так выглядит наша горловина. Она не будет вам давить, не будет морщить. Это спинка, это наши плечики красивые, да, рукава. А это наш перед. Вот такая красота. Вот сейчас я положу горловину эту на готовую мою форзицию, вы посмотрите на изделие еще раз. Ну что, мне нравится. Будет комфортная, симпатичная посадка. Вот эта спинка наша, поближе покажу. Тоже получим. Ниточку заправляем при помощи крючка, это несложно. Так это смотрится по спинке. Будет аккуратная, правильная, мягкая посадка. Вот так. Класс. Ну и вот еще одна горловина. Вот. Чтобы я не была голословной, показываю. Первоначальная и вторая версия такая же, связана вместе с вами. Друзья, желаю вам легких петелек. Вяжите, у вас обязательно получится. Но внимательно следите за выстраиванием ажурного рисунка. Это очень важно, чтобы не было никаких у вас ошибочек. Да? Если ошибка, не расстраивайтесь. Аккуратненько распускайте это дело и перевязывайте. Тем самым формируя уже нормальное, качественное изделие. Да? Договорились? Тогда вяжите.